Это манеж, в котором будут находиться мышки. Здесь, внутри этого манежа, лабиринт. Мыши будут ползать там, и они будут пытаться найти выход. Главный хранитель фондов музея «Самара космическая» Петр Лукрица с интересом рассказывает о научном эксперименте, посмотреть на который вскоре сможет каждый житель города. Сделать из простого мышонка настоящего космонавта не так уж и сложно. Достаточно запустить его в специальный манеж и понаблюдать за поведением. В большинстве случаев, отмечает Петр, будущие космонавты ведут себя хорошо. Нужно понять, насколько она поддается дрессировке. Потому что это очень важно. Вот если мышка совсем в этом манеже с лабиринтом будет вести себя неадекватно, ну, значит, не судьба ей слетать в космос. Ни одна мышка не пострадает, все эксперименты проводятся с соблюдением строгих правил и норм. И это лишь малая часть программы, которую готовят для зрителей музей «Самара космическая». 21 мая здесь ожидают много гостей. Все самое интересное начнется в 15 часов с научно-интерактивной программы «Ученые на МКС», где желающим дадут ответы на все интересующие вопросы. К примеру, что такое гравитация и чем отличается лунное затмение от солнечного. Также гостей ожидают онлайн-экскурсии по экспозиции музея «История освоения космоса» и художественный мастер-класс по росписи матрешек. Сейчас макеты как раз готовят, покрывают защитным слоем для того, чтобы в будущем краска легла равномерно. Участники смогут не только стать свидетелями рабочего процесса, но также расписать миниатюрную матрешку-магнитик и забрать ее с собой на память о мероприятии. Вовсю готовится к предстоящей акции «Ночь музеев» и музей Ильдара Рязанова. Программа будет тесно связана с кино, отмечает директор музея Андрей Волков. Зрители смогут увидеть любимые художественные фильмы, предоставленные киностудией имени Горького, посетить экскурсию, которую проведет научный руководитель Самарского университета Владимир Шахматов, и принять участие в самой настоящей кинодискотеке под открытым небом. На экране в сквере это будет. Мы подобрали, сделали кинопрограмму популярной музыки из фильмов и так далее. И вот эта кинодискотека у нас будет. Мы же еще помним, что в эти дни проходит студвесна. Что такое студвесна? Это молодежь. Что такое молодежь? Это прежде всего музыка, ну и желание потанцевать, повеселиться и все прочее. Для гостей музея Ильдара Рязанова пройдет викторина «Киноквиз» и два спектакля от театра «Мастерская». Не оставит без внимания и самых маленьких посетителей музея. Будет мастер-класс для детей, опять-таки киномузей, что за мастер-класс, как сделать самим мультфильм от студии «Печка». Будет программа мультфильмов от этой студии. Если это дискотека, то это кинодискотека. Если это музыкальная программа, то это музыка из фильмов. Вход в экспозицию будет бесплатным. В субботу музей Ильдара Рязанова готов принимать посетителей с 15 до 23 часов, в воскресенье с 12 до 20. В акции «Ночь музеев» примут участие более 50 площадок. Посмотреть программу можно на сайте и соцсетях учреждений, а также на сайте администрации города. Ольга Павлова, Ольга Волкова, Григорий Плешаков, Константин Головин. События.